Я знаю, Ермак, что ты даже сочинил несколько стихов, да, которые ты посвятил именно техникуму родник. Мы Ну очень тебя просим, почитай нам что-то из своего творчества, хотя бы несколько строк. да. Ну хорошо. Я спою вам песню про судьбу свою, как возьму я флейту и играть начну. Подберу я ноты, сидя в тишине, песню ту услышат ночью вдалеке. Звонко она льется, прямо как ручей, а если кто подхватит, будет веселей. Я учился долго, к знаниям стремясь, и проблем с учебой вовсе не боясь. Теперь необходимо дипломную писать и срочно информацию для нее искать. Счастливее человека нету на земле, ведь счастлив только тот, у кого диплом в руке. С дипломом я, возможно, и не пропаду, и работу достойную точно я найду. Вот такое стихотворение. Спасибо большое, Ермак. Ну, знаешь, мне кажется, можно сделать вывод, что несмотря на все трудности, да, тебе очень запомнилось обучение в техникуме, потому что оно тебя вдохновило на такие прекрасные слова. Тебя вдохновило на такие прекрасные слова. Да, Правда? это да. Да, это очень-очень здорово.